Тор Ботега Funnel. Рабочая часть неглазированная. Blackburn. Так что мы получим вообще, если мы будем забивать Blackburn на фанелах не очень большой загрузки? Мы немножко сместим вот этот вот баланс табачности, который даже легкой довежки у нас присутствует в Blackburn. Собака, здравствуйте. И переместим его в сторону аромки. У нас не станет аромки по насыщенности больше в этом покуре. Но у нас немножко уйдет эта самая табачность. И в общей гамме мы получим, что мы и аромку неплохо таки чувствуем. А вот медовая дыня от Blackburn достаточно аромистая. Сейчас я так вот безобразно все лишнее скидываю, потому что я хочу по максимуму оставить крепость этого покура. Поэтому я не буду трамбовать этот фанел. Трамбованную забивку мы с вами пройдем в нашей школе когда-нибудь попозже. Это не школа, это никакие не инфо-цыганские видосики. Это чисто тема желания визуально кому-то показать, что вот есть такой тип забивки. Вы можете его повторить. Сейчас у нас присутствует небольшое касание, но я его волну. Я не трамбую табак, я лишь делаю так, чтобы у нас коллаут не касался этих самых лепестков, чтобы никаких потенциальных подгораний не было. Буду я использовать на грани с Aircraft'ом. Дает мягкий жар, плоское дно. Еще у нас минимизация будет этих самых касаний. И 308 грамм весила чаша пустая. Кидаем все это дело на весы. 322 грамма. 15 грамм у нас получилось. 323 ровно. У нас получилось 15 грамм загрузка, если математика не покинула мою голову. Чаша готова. 3,25 угля буду использовать.